Тема 779. Заправка автомобиля по вызову. Мы начинаем привыкать к идущей с запада моде на сервисы по вызову, хотя это не столько мода, сколько естественный ответ в конкурентной борьбе. В крупных городах, во всяком случае, в Москве, уже есть стилисты по вызову, ветеринары по вызову. Когда-нибудь появятся сапожники по вызову, я надеюсь. Но вот чтобы по вызову заправляли автомобиль, про такой сервис я еще не знаю. А в американском Сан-Франциско он уже есть. Это фирма Boster, ее сайт boosterfuels.com. Вкратце. Клиент заранее должен скачать на смартфон или iPhone специальное приложение Boster Fuels. Через приложение он может заказать услугу из любого места в городе, из дома, с парковки. Причем, самому не нужно присутствовать при заправке своего автомобиля. Автомобиль может быть закрыт, как обычно. Главное, оставить открытым крышку бензобака. Сервис Boster приезжает, заправляет автомобиль клиента. Со счета клиента списывается определенная сумма. И все, не нужно никуда ехать, ни с кем встречаться, ничем шевелить. Машина заправлена. Стоит на том же месте, где вы ее оставили. Причем, как уверяет Boster, благодаря тому, что он покупает топливо по оптовой цене, такая заправка по вызову даже выгоднее, чем если бы владелец автомобиля заправлялся на традиционной заправке. Ну, как не воспользоваться подобной услугой? И удобно, и дешево, и шевелиться совсем не надо. Возможно, именно поэтому стартап оказался успешным и уже привлек несколько миллионов долларов инвесторов, в том числе 9 миллионов совсем недавно, по данным Trunfbasi.com. Чем замечателен подобный бизнес? Тем, что автомобилистам нужно заправляться постоянно и регулярно. Если будете их обслуживать качественно и недорого, они ваши навеки. Могут ли быть какие-то препятствия по созданию подобного бизнеса в России? Может быть, у нас нельзя заправлять машину на улице? По-моему, нет. Ведь можно купить канистру с бензином и заправить свое авто прямо из канистры. Поэтому особых препятствий я не вижу, кроме того, что нужен. Начальный капитал. Осталось только разработать мобильное приложение, купить оборудование для мобильной заправки и найти бензин по оптовой цене.